Ну вот и снова здравствуй, Становое. Решили закончить эту поездку снова у тебя в гостях. Будем сегодня пытаться наловить на уху. Надо же быть на рыбалке и хоть раз сварить уху. Да, господа? Так вот. Посмотрим, что получится. Как только мы тут приготовили, все сделали, все ритуал выполнили. Тут, конечно же, и дождь пошел. Вот. Ну ладно, лодку помоем. Расскажи, Андрюха, что происходит? Дождик загнал нас в избушку. Да. Женька на озере, бедолага. Да. А мы воду кипятим, а уже помыли кружки. Ой, на камеру накапало даже. Ох. Да, вот, пережидаем дождь. Такова Соляви. Вот у нас все-таки решили рыбачить. А так, дождь. Что-то он сидит, что-то задумался. А ветер все равно теплый. Говорят, севера, севера, это нам Андрюх сказал. Вторая половина дня. Вот это пищит, это запрет на ругательство матом. Да, вот сразу же понимаешь, что тебе, ну, как бы разговариваешь на чистом русском. Без татарского, монгола, игровского. Комбинацию включать такую, чтобы, да, материшься, она сама. Да, комбинация. Нет такой в матери. Да, нет, да. Я уже много чего придумывал. Уже опять пипи. Дайте пипи. Пипи — это только в кино интересно пипи. А он на нашем видео пипи. Это не пипи. Кто-то пришел. О, у меня тоже такой же был. Что, ставить? Ждется, когда за листок там зацепится. Там постоянно. Оп, наконец-то съели червя. Ты не слышал, что ли, дежурный пи-пи-пи, блин? Я в эмоциях. Сидит такой мелочь, треплет, блин, и весь в эмоциях. Ладно бы там пятеру тащил. Как раз для этого. На уху уварить такой. Не знаю, возьми. Да. Все, съели червя, давай червей. Видят, товарищи. Выгоняет нас. Что нам приходится терпеть. Да, выгоняет нас природа. Матушка. Матушка. А окунь, батюшка, не клюет. Не клюет.
Это все родом адрес. Деточка, вернее. Деточки. Какие-то сороги с деточки. О, учись. Да, так. Вот друг. Садок. Друг. Так надо, блин, вот его. Подсака не возьмешь. А слушай, а может быть в подсак-то опустить, да в нем как живцов-то и держать. Эй, такой же, о-о-о, сейчас с припрыжку, блин. У-у-у, с таким усилием приходится вытаскивать из воды. Сильная такая рыба, блин. Конечно. Я сильный. Да заколебала, блин. Что-то он уже обратно гребет. К нам, в нашу сторону гребет. Не знаю. Проходит, но это вот мелкую ряску не проходит. Да вы чё, мы сегодня обожжёмся же мелкой щукой. Это ж хорошо. Нафига вы ловили? Нафига вы ловили окуней? Thank you.
получается, зараза. На другую листок. На, спички просто. Дрова сухие. Ну, другая зажигалка еще. Все, наверное. Ага. Судим дыхание. Надо бумагу. Наверное, быстрее будет. Зря ты ее потрогал. Все неправильно сделал. Все я правильно сделал. Вот она ее так говорит. Вот это надо было поджечь. Сколько у тебя этих зажигалок-то, чтобы... Видите, какая трудовая у нас нынче уха. Сделал этот самый шалашик, правильно? А что ты хотел, чтобы поддувало? Сейчас разберемся с этой стороны, точно. Бетон видишь, бесполезный, еще. Сейчас вот эти нижние доски загорятся. И все-таки мы запалили пламя. Все-таки удалось нам зажечь. Варим опять уху. Но все эти перчики присутствуют. И немножко морковки. Да как раз уголек. Воду пробовал? Нет. А соль? Попробуйте. Я тут люблю соленые, вы пробуйте, чтобы вам потом... Я как обычно. Говорили. Соленые? Я говорю, ты вчера не особо говорил, что тебе. А рыбу мы вам сегодня не покажем. Не покажем рыбу сегодня. Поверьте, это рыба. Ну и что, куда тут пару куней кинем? Не надо. До верха доведем. Навар должен быть наваром. Палочка такая, что ли? Какая палочка? Какая? Ну что? Да, любишь. Нам есть. С моей стороны, наверное. Надо менять. Ну что, будем сейчас менять? Все, не надо этого больше делать. Успокойся ты. Ну выкипит немножко влаги. И не будет. Ай-яй-яй. Они уже начинают вырывать. Одни уже сварились, а ты еще других не дополнил, не успел бросить. Сегодня у нас уха из мелких окуней. Да. Что поймали? Что поймалось, да. Что озеро дало. Когда побери глаза у Женьки. Женьки. Вот уже профессионал. О, белые глаза. Так у нас завершается рыбацкая поездка. Ловили крупных щук, а кушать будем мелких окушков. Женька наловил. Кого? Да. Окушков. Если бы не он. Да, мы-то лентяи, мы в это время сидели в домике, вы же все видели. С тушенкой бы давились. Да. Божественно. Ребята, это все морковка. Это Женькин рецепт, не по-нашему. Ну, конечно. А сколько мы уже здесь эту морковку уже весь лето варим, блин. Да, я нет.
Он у нас подсмотрел и тебе сказал, надо. Он видел просто, что так делают. Там, ой, хорошо. Достань там еще этот самый самовар. Кого? Вермусом хочет. Самовары у нас. Ну, поверьте, друзья. Запах сейчас... не передавать. Да. Всем привет, тетя Люся, привет. Да всем привет. Мишки, не буду. Мишке привет. Целую. Виталику. Да, ладно. Костяну. Костяну. Выздоравливай. Палычу. Мы устали бухать за твой закон. Отменяй его нафиг. Да-да-да. Да-да-да. Этот черник и закусывает. Очень мало черники, очень вообще мелкая ерунда, короче. И невкусная. Да, и кислая какая-то. Да, приходится выплевывать. Я люблю. Ну, а ты что скажешь, молодой человек? Поездка завершается. Завтра домой. Хочется? Жопа болит от лодки. А так все хорошо. Просто он спит крепко. Заметьте, довольный человек. Свежее тело, да? Они довольны, потому что новая кожа приехала, всех комаров и мошек на себя собрала. Да, он молодец. Ну ладно. Че? Не жгите в лесу костры, берегите лес от пожара. Это реклама. Это реклама. Морковки. Горит. Горит. Комарики еще не поделаешь. Но они нужны для того, чтобы закусывать. Вот, смотрите, какая вкусная картошка в ухе. С мелкими окушками. Кстати, первый раз я пробую уху с морковкой. Не, мы уже ее опробовали. Нет, я понимаю, вот на юге варят там и курицу туда кидают, и не знаю, чуть не баклажаны с арбузами, ну нафиг надо. Ну в ту поездку мы не взяли с собой перца. Не было перца, Васильич. Вот вы у меня вдвоем в кадре, пацаны. Вот, да. Ну, включена широкоугольная съемка. И у нас как бы морковка была вместо перца. Пацаны, кто с нами не поехал, вкус обалденный, ребятушки. Как будто вы с нами. Всем большой привет. Да. Я поднимаю свой бокал. Пустой. Вон там наш костер. Еле разожгли сегодня. Да. Два дня. Давление низкое, влажность высокая. Вода в озере. Вообще парное молоко. Градусов 25, наверное. Наверное, Васильевич бы не вылез отсюда. И Леха. И Павлович бы тоже залез бы. Ну, тот, если полезет, точно клещей нахватает. Так сегодня-то клещей как раз и нет. Ладно, всем добра. Все очень вкусно. Все за кадром говорил. Ваш покорный слуга, да? Борода. Борода шмель. Не брита, да. А, да, привет, за шмелю было передавай. Тетя Люся, привет. Она сказала, передай, говорит, шмелю веселому. Большое спасибо, я оценил вам тоже огромный привет. Приходите доедать. Никто не хочет, уже все обожрались. Нет, я еще могу. Мы не можем. Да, ну, хорошо, у нас есть такой большой вместительный человек. Я просто ухи давно не ел. Просто мы им сказали, что вечером готовить ничего не будем. Надо съесть, да. Как обычно, щука надо съесть. Лук выковыриваю. Тоже вкусный. Лук, морковка. Жалко. Вот пока рыбу ловили, и дождь, и ветер, как домой собрались, красотень. Так-то да, рыбалка закончена, все довольны. Нож забери. Чайник из избушки. Обратненько ставим. Грибы что не оставили? Нет, ничего. Ну вот осталось только прихватить шпинги. А водичку в обладник. Да пускай стоит. Чем
торжественному опусканию флага, закрытию июльской смены. Второй. Да. Построились, подтянулись. Чего, равняйся? Это равнение, да, такое? Смирно. Флаг опустить. Флаг опустить предоставляется лучшему рыбаку смены. Говорил же грустно, да? Закончили. Ну все. Как ваше драгоценное? Кто? Здоровье. А, здоровье там на 5 с плюсом. Вот, и самое главное. Здесь же свежий воздух. Андрюха, ваше здоровье. О. Мое здоровье тоже в норме. Надеюсь, что через месяц я здесь окажусь снова. Ну что такое? Это видео, что ли, пошло?